1 октября во всем мире отмечают Международный день пожилого человека. В честь этого события в Доме культуры станицы Северской прошел праздничный концерт «Веселые посиделки». Творческие коллективы и солисты района подготовили теплые душевные номера. Этот праздник призван обратить внимание общества на проблемы людей пожилого возраста, а также искать возможности улучшить качество жизни наших пенсионеров.